Проблемы с мобильным телефоном начинаются с батарейки. Излучение батарейки серьезно вредит здоровью человека. В самый ответственный момент недостаток заряда батарейки может повлиять на нормальный ход разговора. Как же можно в полной мере насладиться свободным, естественным общением по телефону? Волшебная карта к элементам питания мобильного телефона Hua Shen – мобильный эксперт по защите. Волшебная карта к элементам питания мобильного телефона Hua Shen в основе своей есть органическое объединение редких нанометрических металлов и тончайшей фольги, прошедшей специальную обработку. Энергетические волны, излучаемые специальными нанометрическими материалами, изменяют химическую структуру внутри батарейки и ускоряют расщепление углеродных скоплений внутри нее, стимулируя и ускоряя тем самым движение ионов внутри батарейки и продлевая срок ее эксплуатации. Помимо этого, карта способна эффективно собирать и поглощать электромагнитные волны, испускаемые телефоном во время его использования, снижая таким образом электромагнитное излучение и продлевая время работы телефона в режиме ожидания. Волшебная карта к элементам питания мобильного телефона продлевает срок службы батарейки более чем в 2 раза. Продлевает время работы в режиме ожидания больше чем на 50%. Сокращает время, необходимое для зарядки батарейки, на 50%. А также обладает мощным действием против излучения. Попробуем наглядно продемонстрировать функцию защиты от излучения волшебной карточки к элементам питания мобильного телефона посредством эксперимента. Для начала приготовим 2 мобильных телефона, 1 измеритель электромагнитного поля и 1 волшебную карточку к элементам питания мобильного телефона. Включаем измеритель электромагнитного поля. Кладем испытываемый телефон в нормальном состоянии на расстоянии 1 см от измерителя. Затем с другого телефона делаем продолжительный звонок на испытываемый телефон. Вы обнаружите, что в процессе звонка значение показателя мощности излучения находится в диапазоне от 2400 до 3200 микроватт сантиметр квадрат. Далее приложим волшебную карточку к задней поверхности мобильного телефона, ближе к области телефонной антенны, испускающей сигналы. После этого, согласно вышеописанному методу, проводим повторный эксперимент. Вы сможете заметить, что показатель, выдаваемый измерителем, составит 0-100 микроватт сантиметр квадрат. Результат вполне очевиден. Волшебная карточка к элементам питания мобильного телефона способна значительно снижать излучение мобильного телефона. Для использования волшебной карточки к элементам питания мобильного телефона необходимо выключить телефон, вынуть батарейку, вставить волшебную карточку в корпус мобильного телефона изображением к батарейке, вставить батарейку в телефон, после чего можно пользоваться телефоном. Данная продукция пригодна только для стандартных фабрично-заводских аккумуляторных батарей. Во время подзарядки батареи волшебную карточку не вынимать. Строго запрещается прямой контакт волшебной карточки с анодом и катодом батареи. Строго запрещается клеить волшебную карточку на заднюю поверхность батареи. Продукция пригодна для использования в мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах, карманных компьютерах и другой электроаппаратуре с напряжением 1-16 Вт постоянного тока. Дает батарее энергию, сохраняющуюся надолго. Подарит вам еще более безопасную защиту, еще более здоровый уход. Волшебная карточка к элементам питания мобильного телефона – защита от излучения, свободное общение.